У меня вот такая пальмочка. Она перестала уже расти. Такой кривой ствол тянется. И я решила ее обрезать, оставить черенок. Так мне посоветовали в комментариях. Верхушку я поставлю в водичку, она будет укореняться, и ствол будет отдельно расти. Я взяла спиртовую салфетку, острый нож, протираю нож. И вот так я обрежу. Так. Здесь, наверное, я ее немножко укорочу. Вот такой черенок. Я взяла отстойную воду, добавила сюда активированный уголь. Еще нужно добавить янтарную кислоту, но у меня пока нет. И срез нужно обработать парафиновой свечой. И есть у меня еще вот такое взрослое растение. Вот с нее я уже как раз и обрезала одну большую ветку. Так как эта ветка очень сильно уже разрослась, она свисала, и растению было тяжело. Вот как раз это покупная пальма, у которой сформированы три стволика. Этой пальме уже много-много лет, и ее ломали много раз, брали от нее отросточки. Но я подожду, пока те отростки у меня укоренятся, и тогда уже облагорожу еще эту. Ее нужно, конечно, омолодить. И на этой пальме, где вот я отрезала ветку, это раньше отрезала. И посмотрите, здесь вот, как вам показать, вот отросток пошел. Ну, так ей, конечно, полегче. Обрезала я большую ветку. Эта пальма почувствовала себя лучше. Нужно уже ее подлить удобрением. И пусть дальше растет. Но этой пальме очень-очень много лет. Я ее бесконечно люблю. Вот такая красота большая у меня. И вот сколько отростков я насобирала со всех моих пальм. Вот эта вот большая, не знаю, примется, не примется. Надо было ее, конечно, раньше обрезать. Ну, посмотрим. Здесь еще одна поменьше. И вот с той, которую я вам показывала, рябенькая такая. Вот, стоят в воде, ждем отростки. И вот эта пальма, которую я обрезала, как мне посоветовали. Вот она у меня стоит. И еще покажу вам. В предыдущем видео я показывала, что мои фиалки, вот эти самые большие, не цветут. И вот смотрите, я оборвала листья, которая она очень сильно разрослась и росла, все силы отдавала листьям. Поэтому я убрала половину листьев, подкормила ее удобрениями. И посмотрите, какие у нее огромные цветы. Просто огромные. Вот ноготь и вот цветок. И их стало больше. Вообще, эта фиалка у меня была привереда. Она выбрасывала пару цветочков, а в этот раз она зацвела очень-очень хорошо. И вторая также у меня бутончики выбросила. Вот там бутончики, уже вот цветочки. Так что фиалочки меня мои радуют. Да и вообще все цветы. Ну а с пальмой ждем
когда у нее проклюнутся веточки, отросточки. Будем надеяться, что все получится.